Здравствуйте! Цинфан представляет настольную игру «Муравьиная тропинка». Сегодня мы сыграем с детьми в оригинальное шестиногое домино. Внутри вместительной вытянутой коробочки вы найдете 40 фишек муравьев, правила игры, флажок муравья-скаута и мешочек для хранения компонентов. Перед началом игры поместите все 40 фишек муравьев в мешочек. Если в игре принимает участие от 2 до 4 игроков, то каждый из игроков получает по 5 фишек, которые держит в тайне от оппонентов. Если в игре принимает участие 5 или 6 игроков, то каждый игрок получает по 4 фишки. Один из игроков достает из мешочка фишку муравья и располагает ее в центре стола. Это начало муравьиной тропинки. Затем на стартовую фишку размещается флажок муравья-скаута. Отныне эта фишка – муравей-скаут. Оппоненты ходят по очереди. В свой ход игрок выбирает одну фишку муравья и располагает ее рядом с фишкой скаута, таким образом, чтобы все соприкасающиеся ножки были одного цвета. После этого игрок переносит флажок муравья-скаута на свою фишку. Отныне это муравей-скаут, и именно к нему оппоненты должны подстыковывать свои фишки. В случае, если совпала только одна ножка, игрок пополняет свою руку одной фишкой, взятой из мешка. На этом его ход завершается. В случае, если у сыгранной игроком фишки совпадают 3 ножки, игрок имеет право сбросить с руки одну любую фишку. Сброшенная фишка помещается в мешочек. Если у выложенной фишки совпадает только 2 ножки, в таком случае игрок не пополняет руку из мешка. В ситуации, когда игрок не может сыграть ни одной фишки с руки, он пропускает ход и берет из мешка одну дополнительную фишку. Задача оппонентов – как можно быстрее избавиться от фишек с руки. Первый игрок, который избавится от всех своих фишек, становится победителем игры. Игра-головоломка «Муравьиная тропинка» понравится как детям, так и взрослым. За забавной внешностью веселых муравьишек скрывается несложная тактическая игра, требующая от вас продуманных решений и рискованных действий. Несложные правила позволят детям разложить муравьиную тропинку без помощи взрослых. Развивайтесь сами и развивайте ваших детей, и в этом вам помогут головоломки.